Тюменская команда WorldSkills уже получила высшие награды. Финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» завершился. Он стал самым масштабным в истории мирового движения WorldSkills. Участие приняли более 3000 человек. Чемпионат прошел в дистанционно-очном формате. Тюменскую область представляли 53 молодых профессионала в 42 компетенциях. Тюменцы получили 22 медали. Это 6 призовых мест и 16 медальонов за профессионализм. Это достаточно высокий результат, если сравнивать с предыдущими годами, то в том году у нас было всего 12 медалей. В 2018 году это было всего 9. Регулярно от нас финала к нас финалу получаем призовые места по кирпичной кладке. В этом году у нас опять золото, опять кирпичная кладка. Это как бы наша топовая компетенция, где у нас практически нет конкуренции на уровне страны.